Расскажу вам сейчас прикол. Моей бабушке отчество Павловна. Прекрасно есть такое имя Павел. И вот когда шла цифровизация, оцифровывали все данные, вносили в общий учет, отдел ЗАГС почему-то решил, что она не Павловна, а Павловна. И теперь моя бабушка числится во всех учетах как... Повловна. Мне просто странно. Сотрудники ЗАГС. Чего у вас вообще с глазами? Вы не можете отличить имя Павел от несуществующего имени Повел. Ну, блин, ребят, ну давайте уже как-то, я не знаю, там, пошевелим извилинами своими. Просто, знаете, когда приходишь в ЗАГС, тебе нужно взять какую-то справку. Там целая история. Им так сложно, им так трудно. Они начинают искать в компьютере. А когда находят, оказывается, что твои данные почему-то с ошибками внесены. Где ваша внимательность, народ? Ну, повел. Что еще придумать надо было, да?